В Чебоксарах перед судом предстанет сотрудник строительной организации, из-за халатности которого во время работы на московском мосту с высоты 11 метров упал рабочий. Последний получил черепно-мозговую травму. По версии следствия, 3 августа прошлого года в Чебоксарах обвиняемый не обеспечил достаточный контроль за состоянием охраны труда на веренном ему участке на объекте реконструкции Московского моста, а также наличие защитных ограждений. В результате 49-летний работник при выполнении монтажа и раскрепления опалубки на одной из опор моста сорвался с высоты около 11 метров и при падении получил черепно-мозговую травму в форме ушиба головного мозга тяжелой степени, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Следовательно, в настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.